Максим, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый влог. У нас среда, 14 августа. Вот и лето подходит к концу. Как-то в этом году вообще быстро так все пролетает. Вот. У нас такая жара всю неделю. Вот вчера было 33 градуса. Невозможно было дышать. Даже воздух был такой горячий. Вот так, как будто вот в Италии, когда там градусов 38, вот так тоже ощущалось у нас. И вышла на терраску. Сегодня так хорошо, прохладненько. Ну как? По сравнению с со вчерашним днем, конечно, прохладно, но солнышко еще не вышло, облачка. Потом, думаю, посижу немножко, подышу свежим воздухом, поболтаю с вами, расскажу кое-что. Новости, планы. Подходит наш очередной отпуск. 24 августа мы едем в Италию. Домик забронировали. В этот раз у нас будет домик. Мы уже, кстати, там отдыхали. Ну, все потом покажу и расскажу. Девочка здесь. Что у нас тут из основных новостей у девочки? Молочные зубки выпадывает. Но у нас такая неприятность. У нее клыки выросли в два ряда. В общем, сделала уже термин. Поедем в следующий понедельник к врачу, чтобы посмотрели, нужно ли ей удалять. Конечно, не хочется делать наркоз маленькой девочке, которая 5 месяцев только. Ну, в принципе, нам уже почти 6. 22 августа ей уже полгодика. Да? Хламоша. Вот. Очень подается плохо она каким-то обучением, воспитанием. Но потихоньку движемся вперед. Не буду пока ничего говорить, чтобы не сглазить, боюсь сглазить. Сменила локацию, что на улице невозможно разговаривать. Не дают. На улице прохладно более-менее. И все вылезли на улицу и начинают делать дела очень громко на улице. Поэтому опять влог веду из дома. Друзья, захотелось сделать мне маникюр. Вот желание появилось поехать на море, сделать маникюр. Ну, нарастить ногти и сделать гель-лак. Позвонила в салон. Одна хочет 60, другая хочет 70 евро. Но это так дорого. Я не знаю, для меня это очень дорого. И начала я искать альтернативу, и я нашла. Купила себе набор пудровых ногтей. Это то же самое практически, как гель-лак. Ну, это как пластик. Вот они, пластиковые такие. Слышите, как они такие? Да, ну, пластиковые, как пластиковые ногти получаются. В общем, заказала себе наборчик, сделала, как вы видите уже, да? Ну, как говорится, первый блин комом. В общем, думаю, что в дальнейшем я осилю и буду делать себе ногти сама. Ну, вот такую штучку я себе заказала. Нагель студия. Значит, вот. Стартовый пакет. И к нему я вот заказала вот такую вот пилочку. Она очень хорошая, кстати. Очень мне понравилась. Также к этому пакетику, вот смотрите, подробная пошаговая инструкция. По ней я вот, в принципе, и сделала все. Мой первый маникюрчик, видите? Ну, конечно, он такой уже. Где-то неровности. Также можно покрывать его лаком. Главное условие, что потом, если лак смывать, чтобы он без ацетона был. Поэтому вот, довольна. Думаю, что теперь хотя бы отрастут мои ногти. Ну, вот хочу следующую неделю, может быть, во вторник, может быть, в среду буду делать. Посмотрим. Конечно же, покажу обязательно, как я это буду делать. Что в наборе? В наборе была вот такая кисть. Вот таких три состава. Это базовый состав, это активатор и этот топ. Такие кисти были. Я, кстати, еще заказала запас. Здесь вот такая вот порошок. Это такой вот
бесцветный, да, это как базовый порошочек, его с первым надо слоем наносить. То есть наносится вот этот бейс, потом вот этот, потом снова бейс, и потом вот уже вот такой цвет. Это вот эта пудра, которая у меня сейчас на ногтях. Ой, извиняюсь. Значит, дальше. И вот такой вот я еще заказала себе цвет. Очень мне понравился. Это такой цвет вайнрот. Вайн. Винный. Вот написано. Попробуем. Вот в следующий раз буду его пробовать. Но это уже такой размер большой, знаете. Это как у нас базовый, такой маленький, наверное. Ну, не знаю, может быть, половину, наверное, там меньше. Вот. Это стоило 14,50. Это на очень долго хватит. И вообще, вы знаете, я думаю, что вот этот базовый наборчик, он на очень долго хватит. Ну, представляете, если, как говорят, что можно носить от 3 до 4 недель. То есть, если я буду раз в месяц делать маникюр, ходить, тем более можно покрывать любым лаком. Вот, поэтому это очень надолго, я думаю, хватит. Вот. Буду пробовать делать сама. Возможно, у меня получится. Ну, я, в принципе, да, неплохо. В принципе, ручка ухоженная. Какой-то такой маникюрчик есть. Ногти не ломаются. Я уже и на работе с ними работала. И, знаете, даже вары распечатывала. Да, все хорошо держится. Я, в общем, довольна. Довольна, как удав. Вот. Поэтому буду делать. Теперь буду с маникюрчиком. Начала уже потихонечку собираться в Италию. Много с собой брать ничего не буду. В принципе, туда можно сейчас тоже ничего не брать. Там можно купить и полотенца, и белье, и все, что угодно. Да, и в магазинах все есть. Единственное, что я там, конечно, возьму кофе свое, которое люблю. Не знаю, может быть, машинку капсульную, не знаю. А может, нет. Там, в принципе, квартира, где мы сняли, там есть кафе-машина, поэтому... Ну, она такая, знаете, не зерном, конечно, а такая, вот, с пульвером, перемолотым кофе. Не знаю, я кофе люблю, мне утром обязательно. Я без кофе не могу. Я такая кофе-танта, поэтому кофе нужно будет взять. Начала уже потихоньку собирать вещи для отпуска. Ну, что покупаю, сразу сюда закидываю, чтобы потом уже экстра не собирать, знаете. А сразу уже складываю на место в коробочку. Вот, что буду брать. Ну, здесь такие пеленочки для собаки. Не буду их подкладывать, да. Ну, везем ее в таком боксе, в сумке. И туда ложу, потому что ее иногда рвет. И пеленочки в основном для этого. А так она у меня уже практически приучена для улицы. Мне главное это и в отпуске с ней выходить, чтобы она не сбилась с ритма. Вот такие снеки берем с Ваней. Любим их погрызть, когда на пляже они так прям очень вкусно. Ну, Ваня с пивом, а я просто так. Перекус. Ну вот положила пока вот такие тоже кофейные пакетики. Они, кстати, еще более-менее вкусные, да. Они у меня дома валялись, думаю, возьму с собой в Италию. Использую, если не использую, то там на месте выкину. Что тут уже мыльные мешки захватила, пасту тоже такое. Вот здесь у меня свечка. Кстати, я ее привезла с Италии, с Бибиона. Как-то купила и так ее и не использовала. Вот валяется теперь, надо будет взять с собой. Это такие платочки гигиенические для пользования, когда ходишь в общественный туалет, чтобы вот протирать. Что еще? Ну и уже сразу положила сюда. Полотенца бумажные. Вот тряпочки. Потихоньку надо уже собирать сумочку.
Много брать не буду. Мне главное взять сейчас в Италию. Самое главное, это, конечно же, специи. Вот, чтобы там не бегать по магазинам, не искать. Я, в общем, по ходу буду собирать. Все время добрасываю что-то, да. И постепенно коробочка наполнится. Вообще, в отпуск уже хочется. Дженни забрал у нее косточку. Она ее оставила лежать на полу, он схватил. Она теперь боится у него его кость забрать. Очень хочется. Очень хочется. Девочка. Девочка. Ну забери. Забери у него косточку. Это ж твоя косточка. Забери. Забери. Jenny. Seit wann ist Jenny so? Aha. Забрала, забрала. Гимон. Дженни. Ну ты даешь. Такой большой мальчик, а. Всегда он. Все его обижают. Все всегда обижают. Даже малышка, которая 5 месяцев. Да? Мальчик, он вообще не может за себя постоять. Всегда бежит ко мне, чтобы я за него защищалась. Мальчик. Ну все. Остался ты без косточки. Девочки, хотела вам еще показать одно свое приобретение, которым я очень ужасно довольна. Купила на распродаже Zalando. В общем, вот такая сумочка, фирма Guess. Посмотрите. Очень хорошая. Вот тут она еще закрывается, да? Потом здесь вот такой кармашек. В общем, такая вместительная довольно сумочка, так как я вот снимаю влоги, и у меня часто и камера, и телефон, и микрофон, и все. В общем, какая-то сумочка нужна побольше, чем у меня. Здесь еще, вот видите, еще один такой. Вот сюда можно вложить все мои камеры отдельно, чтобы не искать потом сумки. В общем, я такая довольная. Здесь еще, в общем, достаточно места, много очень различных отделов. Вот, здесь, посмотрите, еще также можно ее расширить. В общем, вместительная, отличная сумка. В общем, купила ее за 62 евро, представляете? Ну, там еще черная, белая и вот такая бежевая. Ну, черная и белая не уцененные. По-моему, белая чуть-чуть была уцененная. Ну, посмотрите, если кому интересно. В общем, на Zalando я ее купила. В общем, она была 50% редуцированная. 77 стоила. И мне как-то пришел еще сообщение на электронную почту, что там еще какая-то на распродажу 20% еще экстра. И, в общем, я на эти 77 евро еще получила 20%, и она мне обошлась 62 евро. Вот такая прелесть. Представляете? Я такая довольная. Вот. Такая прекрасная сумочка. Как раз мне поеду в отпуск с новой сумочкой. Прелесть, прелесть. Цвет такой нежный, приятный. Надоели мне эти все черные. У меня обычно либо черные, либо какие-то белые. Вот кремовый не было еще. Вот теперь будет. Вот такая вот сумочка. Ну, на этом буду заканчивать свой влог. Не буду делать большие влоги, отнимать ваше время. Увидимся в следующем видео.